Будьте прилежны к наукам, способны к изобретательству. Успехов вам на ниве познания. Ну что ж, Ползуновский бал объявляется открытым! Более 30 ребят в старинных образах 19 века. Ползуновский бал – традиционное мероприятие студентов политеха. Каждый раз к нему готовятся основательно. В этом году студия старинного танца «Северная сторона» и руководители творческих коллективов вуза обучали студентов бальному этикету, готовили костюмы и, конечно же, разучивали танцы. Очень сложное в плане организации мероприятия с точки зрения танцев. Потому что здесь участвует не только старый состав клуба старинного танца, но также ребята, которых заинтересовала эта тема и которые пришли к нам полтора месяца назад. Классический вальс, полонеза и полька. Подготовку начали полтора месяца назад, репетировали по три раза в неделю. Кроме танцевальных номеров, подготовили и мастер-классы, чтобы и другие студенты прониклись атмосферой 19 века. Это интересно, это познавательно, и это вовлекает молодежь все-таки в то, что уже остается в стороне. То есть традиции мы должны сохранять, мы должны помнить историю, именно поэтому мы это все делаем. Лучших студентов и преподавателей наградили почетными дипломами. Это вот именно как студенты воспринимают преподавателя. Ну, как правило, это такие хорошие, прогрессивные. Все хорошие преподаватели, но, конечно, все хорошие и самые хорошие. Это те, которые действительно работают со студентами на таком уровне, что у них такое получается как бы единение, семейное единение. Следующий бал, уверенные организаторы, привлечет еще больше ребят. К слову, на нем планируют выступить с танцевальным номером и преподаватели вуза. София Яценко, Александр Антропов, «День с толком».